Возлюбленные Господи, братья и сестры, хочется поприветствовать вас. Христос родился! В этих двух словах, как и в других двух словах о том, что Христос воскрес, заключается суть Евангелия. А Евангелие – это благая, добрая весть. И мы читаем послание к Титу во 2 главе в 11 стихе. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Рождество – это торжество. Торжество благодати Божией. Торжество радости и света. Ангел на полях Вифлеемских провозгласил: «Я возвещаю вам великую радость». Для нас есть великая радость Рождества и великая радость триумфального воскресения Иисуса Христа из мертвых. Вместе с тем Христос – это свет истинный. И открывая Евангелие от Иоанна, первую главу, мы читаем в 9 стихе: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». В своем послании Иоанн пишет, что Бог дал нам свет и разум, потому что Христос – это свет к просвещению язычников. И народ, живущий во мраке и тени смертной, увидел свет великий. Рождество – это праздник величайшего просвещения нашего сердца. Сегодня уже было подчеркнуто, что у людей есть день рождения, а то, что сопряжено с боговоплощением, называется Рождеством. Под звуки ангельского пенья мы с Богом чувствуем родство. У нас, людей, есть день рождения, у Иисуса Рождество. Пошел с крестом Он на Голгофу и превратил смерть в краткий сон. Мы восклицаем слава Богу с певцами с неба в унисон. Какая радостная тайна! Открыл ее небесный хор. Благоговение солидарны мы с проповедью пастухов. Летит благая весть, как птица, в ней ясли и Голгофский крест. Мы говорим: Христос родился, как агнец умер и воскрес. Он образец долготерпения, из гроба вышел с торжеством. У нас, людей, есть день рождения, у Иисуса Рождество. Рождество – это глобальное событие в истории человечества, потому что мы обогатились величайшим сокровищем, и это сокровище стало достоянием нашего сердца. Когда-то Артур Шопенгауэр сказал: «То, что есть в человеке, гораздо важнее того, что есть у человека». Вот люди имеют очень много материальных благ и ценностей, но мы, христиане, имея внутри себя, имеем в сердце своем сокровище нетленное Господа и Спасителя Иисуса Христа, который является даром, подарком благодати Божией. Мое сердечное сокровище – Спаситель Иисус Христос. Им на планете Церковь строится для избавления от слез. От Рождества до Воскресения прошел Он свой тернистый путь, чтоб нас вести в ковчег спасения и в рай, где можно отдохнуть. Дорогу в Царствие Небесное открыл Он верующим всем. Хвала Ему за жертву крестную, за ясли, кротость, Вифлеем. Ясли – это не просто место рождения Богомладенца, а это торжество Божьей простоты, кротости, смиренномудрия и красоты. И мы сегодня благодарим Бога за то, что таким путем Он вошел в мир, и таким же путем Он входит в наши сердца. Если мы в простоте сердечной веры, подобно пастухам, приглашаем Его туда не в качестве временного гостя, а в качестве Царя царей на престоле нашем сердечном, в
качестве хозяина нашей жизни. Подарок благодати Божьей, Спаситель Иисус Христос. Есть ли любовь на свете больше? Он ради нас себя принес, как агнец в жертву на Голгофе, чтоб нас очистить от грехов. Мы, разумеется, не профи, но входим в благодатный хор, который воспевает Богу безостановочно хвалу за Вифлеем и за Голгофу, за противостояние злу, за триумфальную победу над историческим врагом. Он обратил планету к свету и утвердил любви закон. Сокровищ всех земных дороже тот, кто избавил нас от слез. Подарок благодати Божией, Спаситель Иисус Христос. Сегодня люди пытаются порадовать себя подарками, чтобы повысить уровень эндорфина в крови, чтобы больше было гормонов радости, чтобы этот гедонизм, как говорится, наслаждение, чувство удовлетворения в человеке был полноценным. Но нет выше радости и не может быть, чем Господь Иисус Христос, живущий верующим в христианском сердце. И мы сегодня благодарны Богу за то, что Он открывается нам в лице Иисуса, открывается в наших сердцах. Для меня, как истины носителя, очень много значит Рождество. Рождество – рождение Спасителя в Вифлееме сердца моему. Рождество – не дата, а событие, удивительное в простоте. Это тайны вечности открытия воплощенном Логосе Христе. И, кстати, еще псалмопевец когда-то давным-давно провозгласил, это записано в Псалме 103, стих 31. «Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь в делах своих». И это перекликается с песнью небесного воинства ангельского, которое на полях Вифлеемских пели, и наверняка пастухи им подпевали. «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Сегодня 25-й день 12-го месяца. И мы солидарны еще с тем, что написано в Псалме 25-м, в стихе 12-м. «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». Вот мы сегодня слыхали песнопение «Тихая ночь, дивная ночь». Когда-то это было в сочельник, в преддверии Рождества, 24 декабря 1818 года, австрийский пастор Йозеф Мор написал слова этого удивительного христианского гимна, а его друг Франц Грубер написал музыку. И впервые состоялась презентация, как сегодня говорят, этого псалма вот в той австрийской церкви в 1818 году. Прошло несколько столетий. Этот псалом захватил христиан всего земного шара. Его поют на всех континентах. Вот что значит благодать Божия в простоте удивительных слов этого псалма. «Тихая ночь, дивная ночь». И сегодня мы присоединяемся к этому словословию, к этому прославлению нашего Господа, который так много сделал для нас. И апостол Павел пишет, это записано в послании Колоссянам, во 2 главе 9 и 10 стихи. «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и всякой власти». Представьте себе, Он – глава всего мироздания, Он, который дал творческий толчок к появлению всех видимых и невидимых миров. Он пришел в наш мир, соблаговолил посетить нашу негостеприимную планету для того, чтобы, родившись, стать смертным и умереть за нас, и таким образом удовлетворить божественное правосудие. И когда-то Кори Тен Бом сказала, что очень важно нам памятовать этот подвиг Иисуса Христа, поскольку можно войти
в небо без богатства, без славы, без здоровья, без образования, без друзей, без 10 000 других вещей, но нельзя войти в небо без Иисуса Христа, потому что Он есть мир наш с Богом, потому что Он есть лестница, соединяющая землю с небом, лестница благодати Божией, потому что Он есть наша вечная перспектива, перспектива нашего блаженства в небесном царстве. Он, Царь царей и Господь господствующих, вошел в наш мир для того, чтобы нас приобщить к Богу и к небу таким образом. И, безусловно, наши сердца сегодня не могут, чтобы не петь Ему хвалу, не могут, чтобы не восклицать Ему словословие, чтобы не прославлять Его. И мы многоразличными путями пытаемся прославить Господа за то, что Он явился в наш мир и сопричислил нас к небесному блаженству. Но все взаимосвязано. И мы хорошо знаем, что как мы относимся к Богу, точно так же и Бог отнесется к нам. Как мы относимся к Его Сыну, так Бог отнесется и к нам. Поэтому очень важно Его почитать, пред Ним преклоняться, Его возвеличивать, Его прославлять. Мы читаем в одном из текстов Священного Писания удивительные слова. Это вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 2 стих. «И вышел он навстречу Асе и сказал ему: Господь с вами, когда вы с ним. Если же вы оставите его, он оставит вас». Вечность в душе нам смотрит строго. Тает жизненных сил запас. Если мы выбираем Бога, то и Бог выбирает нас. Благодать засияла ярко, изгоняя из сердца боль. Нет, драгоценнее нет подарка, чем божественная любовь. Солнце правды взошло с востока, свет его на кресте угас, но пасхальной волной восторга весть летит. Он воскрес для нас. Как бы ни было зло, жестоко, как бы ни был коварен стресс, Иисус перенес все стойко и, пройдя через крест, воскрес. Вифлеем, Назарет, Голгофа, дорогие для нас места. Если мы выбираем Бога, то впускаем в сердца Христа. Если мы выбираем Бога, то свет солнца прогонит тьму, и не может быть одиноко с Ним в общении никому. Неуместна с тех пор тревога, Иисус всех по вере спас. Если мы выбираем Бога, то и Бог выбирает нас. Слышите? Мы сегодня слыхали псалом «Эммануил». «Эммануил» означает «С нами Бог». Он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Он с нами в долинах удачи, Он с нами в часы неудач, когда мы смеемся и плачем. Он с нами, божественный врач. В ужасной топе уныния, в долины, где смертная тень, спускается Он и до ныне, чтоб нам помогать каждый день. Божественный «Эммануил» преодолевает чувство одиночества, которое иногда охватывает человека. И Он сегодня продолжает свою работу в наших сердцах, полноценно наполняя их своей благодатью, прежде всего спасительной благодатью, затем сохраняющей благодатью, исцеляющей, научающей нас истине через Духа Святого, который указывает на Иисуса Христа. В доме хлеба родился Спаситель, Божий Сын, плоть земную вошел, чтобы верою грешник увидел, как в общении с Творцом хорошо. Евхаристия, тайна причастия, хлеб и чаша опять на столе. Это самое высшее счастье – быть в общении с Христом на земле. Это преодоление тревоги, страха смерти и горестных бед, подарившим бессмертие Боге благодатный источник побед. Все взаимосвязано. Вифлеем – дом хлеба, в котором произросло истинное пшеничное зерно и сделалось хлебом жизни. И Голгофа, которая увенчивает искупительный подвиг Иисуса Христа. И сегодня мы благодарны Богу и за Его Рождество, и за Его
победоносное воскресение из мертвых. Сегодня мы благодарны Богу за то, что эта радуга вечной радости наполняет наши сердца неописуемым восторгом, потому что Иисус Христос родился. Во афористичной краткости, где жизни дни мгновенные, радуга вечной радости вижу глазами веры. Сердце светлеет горница, исчезает лихо, и на душе становится благоговейно тихо. Все исчезают минусы там, где Господь на троне. Радуга Божьей милости светлой горит короне, и ощущение сладости входит в мой мозг с восторгом. Радуга вечной радости, символ завета с Богом, мудром его учении счастье находит вера, быть с ним всегда в общении, очень благословенно. И мы читаем, он говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». А мы видим его в книге Откровения, вот 4 глава, 3 стих, в таком виде: «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду», то есть изумруду. Вот так выглядит наш Господь в прекрасном виде самоцветов, которые озаряют наши сердца. Если Он не только там на небесном престоле, который принадлежит Ему по праву, но если Он находится на троне наших искупленных сердец. Безусловно, наши сердца сегодня преисполнены хвалой и благодарностью Богу за то, что Он сделал для нас, за то, что Он продолжает делать для нас. И Он говорит сегодня: «Не бойтесь», помните слова ангела: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». И Христос многократно говорил своим ученикам, и когда они находились вот во время бури, и после того, как воскрес из мертвых: «Не бойтесь». Сегодня много фобий у человечества. Мы читаем в Евангелии от Луки в 21 главе, что люди будут буквально издыхать от страха и ожиданий бедствий грядущих на всю вселенную. В новом российском переводе там написано: люди падать будут бездыханными от страха, который грядет, от депрессии, которая сегодня наполняет человеческие сердца. Сегодня много болезней имеют психосоматическую природу. Они стимулируют онкологические процессы, инфаркты и инсульты только потому, что люди боятся, и боятся иногда подсознательно, неосознанно. Но Христос пришел на землю для того, чтобы просветить нас светом своей божественной истины и избавить нас от какого бы то ни было страха. Он продолжает говорить: «Не бойтесь, не бойтесь, потому что я принес вам великую радость». Эта радость заключается прежде всего в том, что Он родился, а потом в том, что Он умер за нас и воскрес для того, чтобы дать нам радостную перспективу вечной жизни. И сегодня в наших сердцах бальзам утешения, бальзам радости от этого. И мы понимаем, что это не просто радость, а это радость в совершенной степени, переходящая в веселье. Это превосходная радость, великая радость. Слава Ему за это. Слава за радость Рождества. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь.